Привет, народ! Приехали мы все-таки в Астраханскую область. Это река Кигач. Смотрите, какие просторы. Ладно, это потом покажу. Так, вот наша команда. Ух. Это с нами Сергей, он же хозяин базы, он же егерь, он же эксперт по рекам Кигач, Берекет, Бузан, Долонка и т.д. В общем, все знает, все вам покажут. Это база Кигач клуб. Дальше. Вот это Алексей. Леха. Это Женя, а это я, Олег. Все. Канал Рыбачу Подмосковья. Начинаем ловить. Так, вот оформление машины. Смотрите, вот какое здесь. Трофейная рыбалка. Эльдорадо здесь в Дельта Волги. Ну все. Погнали. Вот он наш Кигач. Ну что, вот мы и начали ловить. Сережа уже судачка подняла. Теперь моя очередь. Ветер-то сильный. Сережа прихватил. Куняр? Если маленький, отпускай его на. Конечно, маленький, что? Вот, Сережа, ничего себе, а кунька, давай сюда, иди, покажи. Ну, покажи, что там. Охренеть. Хороший. Ну и вот что становится с первой поклевкой со съедобкой. Все. Че? Ну что, все, ей уже. Разбил. Ну, вот все. Клей накупил, заподклеил ее и дальше. Упади. Ну ты схолостни их только, грязный. Это, открой там, это чистый. Не сильно. Прибежишь, прибегу. Давай, беги. Не надо, он уже вытащил. О! А ну-ка покажи. Ой, молодца. А мы по писярику. Лех, покажи, что поймал. О! Ну-ка, засвети. Красава! Вот это да! За верхним грузом положено. Сейчас сумка улетит у тебя. Давай, кидай его в сумку быстрее. Опа! Фига себе, у меня поклёва была! Кто-то... Опять хвост откусил, ты смотри! Хёхорный бабай! Кто-то вот здесь, под берегом прям. Окуняра, что ли? Вообще капец. Чего? Леша тянет кого-то. Пацак? Давай пацак возьму. Иду, иду. Вот это Леша. Ты уверен, что рыба? Бля, убьем. Смотрите, ребята, народ. Леша рыбу тащит в огород. Не толстолоб ли?
Похож. Или самяра, может? Вон он, кто-то там есть. Непонятно. Может, жерех, блин? Кого-то багранул. Не пойму, кто. Мне показался сазан вообще. Давай. Тяни его сюда, в домик. Сазан. Сазана мы любим. Давай, давай, давай. Сазан. Есть! Леша, Леша. Багр ты. Первый багр, давай. Первый багр на планете. Да, первый багр. Да, держи. Все. Отлично. Сазан вкусная рыба. Может, мы его поджарим, блин? Давай. Попросим маму, да? Точно. Он вообще вкусняк. И что за приманка у тебя? Я тебе сказал, самую ловистую. Ну какая? Мандула? Вернее, матома. Хитеч. Мантеч. Ну ладно, дело пошло, что? Отпустишь его? На сковородочку, да? Вот Леша таскает, смотри, молодец. О, хороший. Без мата попросил. Есть, наконец-то. Сука. Красавчик. А? Не знаю. Нет, наверное. Сначала как-то бился, а сейчас не пойму я. Ой-ой-ой. Леша, я его так вот. Ну что ты делаешь? Уйди. Блять. Зачем? Зачем? Спасибо. Ладно. Подожди. Нет, это не трогай. Где Сережа? Сережа! Ну, вот он мой красавчик. Первенец сегодня. Ну, наконец-то. Наконец-то разловил. Да. Расчехрился. Скажет тоже, блядь. Ладно. Жень, а ты расчехрился? Да, вот там еще двоечник. Женя сегодня сам первый расчехлился. Нет, второй, после тебя. Женя молодец. Кого-то взял, бля. Мне кажется. Там нет зацепа. Я не знаю, кто.
Пойму. Может, зацеп. Может, зацеп. Там зацепов не было никогда. Что, надо рвать тогда. Тянется? Нет, вначале тянулся, а что потом? Я уже думал.